Следующий фрагмент. Апостол Павел решил посвятить нашей с вами мудрости. Мудрость всегда ценилась. Люди стремятся к мудрости. Некто мудрый сказал, чтобы спасти от уничтожения садом, нужно было найти десять праведников. Чтобы уничтожить сегодня весь мир, достаточно одного дурака. Не случайно слово глупец, хотя оно в общеупотребительном смысле означает человека с низким уровнем IQ, с да, низким уровнем коэффициента интеллекта, в Библии это значение совершенно другое. Глупым называют не человека, который мало знает или медленно соображает, глупым называют человека безбожного, который говорит в сердце своем, нет Бога. Не отличается моральной чистотой, совершает гнусные дела и так далее. А мудрецом назван человек богобоязненный, живущий по Божьим заповедям. Один Раввин сказал, что Всевышний, в Торе, ну, то есть в Ветхом Завете, установил 613 заповедей. Ну, скорее всего, действительно, ну так, евреи тщательно все подсчитали. Причем 248 заповедей это повеление и 365 запретов. И все повеления можно свести к одному. Будь разумен и мудр. А все запреты сводятся тоже к одному. Не делай глупостей. Христиане призваны являть своей жизнью образец мудрости с точки зрения апостола Павла. Давайте прочитаем следующий наш фрагмент. Пятая глава, послание к Ефесянам, 15 по 17 стихи. Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые. Дрожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Как достичь мудрости? Павел рассказывает здесь о двух сферах нашей жизни. В которых мы должны быть мудрыми. Ну и, соответственно, дает довольно много практических советов по этому поводу. Во-первых, достигайте мудрости в своей повседневной жизни, говорит апостол Павел. Вот эта сфера нашей повседневной жизни. В повседневности ведите себя как мудрые. Какие практические советы здесь дает Павел? Он дает совет тщательно анализировать свои поступки. 15 стих. Смотрите, поступайте осторожно. Буквально смотрите, как вы ходите. Очень точно, аккуратно, скрупулезно. Нам часто не хватает времени, мы торопимся, спешим. Нам не хватает времени просто остановиться и подумать, а хорошо ли вот то дело, которое я собираюсь делать? Мы, как обезьяна в знаменитом детском анекдоте, некогда думать, прыгать надо. За бананом там она прыгает. Слово «акрибос», которое употребляет здесь Павел, означает «осторожно, точно, аккуратно». Просматривай, проверяй, исследуй с большой внимательностью, осторожностью. Здесь идея бдительности – Верующие как бы проходят через заминированное поле по своей жизни. Кругом мины. Вот так вот можно сказать о сапере. Он ошибается один раз. Христос говорил, тесны врата, узок путь. То есть путь узкий. Не потому что, значит, он просто узкий, а потому что все, что вне этого пути, очень опасно. Я помню, как в детстве я проявил беспечность. Мы жили в городе, и у нас за нашим домом располагался большой довольно-таки пустырь. Ну, там предполагалось еще строительство, поэтому там были кан канализационные люки. И там был на этом пустыре один канализационный люк, он все время был открыт. Ну, все знали, что он там, поэтому в него никто не попадал. И вот однажды зимой, я как сейчас помню, мы с мальчишками вышли гулять на улицу, и смотрим, люка-то этого не видно. Ну а мы только приблизительно знали, где он. Ну и как обычно мальчишки друг друга на слабо подбивают, там, а слабо вот пройти здесь по полю, а, как бы. А, ну и мы выстроились шеренгой и пошли. Само собой я оказался самым везучим. И я в этот люк провалился, ну, значит, провалился. Ну там никаких штырей не торчал у труп. То есть э, я был довольно-таки маленьким мальчиком еще, значит, тогда. Поэтому ну, я провалился, а лестницы там внутри нет. Ну ничего нет. Ну, просто такой вот люк. Как меня доставали, это было, конечно, жутко. Потому что я перепугался и скорее мешал даже меня доставать, чем помогал. А... Но до сих пор я не могу понять, что же, собственно, мной руковод... двигало, чем я руководствовался, когда пошел по этому полю. Ну, просто беспечность. Просто беспечность. Мы знали об опасности, но все равно пошли. И вот здесь апостол Павел говорит, тщательно анализируйте свои поступки, поступайте осторожно. Мы часто бахвалимся, как мальчишки неразумные, заходим слишком далеко, вместо того, чтобы остановиться и сказать, а ведь Писание это запрещает, может быть, не стоит идти туда. Поэтому... Псалмопевец предупреждает нас. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Будьте мудрыми, сверяйте каждый свой шаг с Писанием. Дальше. Апостол Павел говорит, учитесь на чужих ошибках. Если хотите в мудрости достигнуть в повседневной жизни, лучше учитесь на чужих ошибках или на чужих достижениях. Всегда это безопасней. Поступайте не как неразумные, но как мудрые. То есть Павел другими словами говорит, посмотрите на неразумных людей и не делайте так. Всегда лучше на чужих ошибках учиться, чем на своих. Чужие шишки не так больно, как свои. Может быть, конечно, это не так действенно. Но, тем не менее, смотрите на жизнь тех, кто поступил глупо, и не поступайте так, подражайте мудрым. Ну, к примеру, у нас была в церкви сестра. Ну, давно это дело было уже, значит, и она прекрасно знала, что Писание запрещает выходить замуж за неверующих а людей. Ну, как водится сделал ей предложение один там неверующий парень с работы. И уж очень она хотела за него выйти замуж, почему-то ей казалось, что Бог ее не благословит иначе. И вот как уж ее отговаривали, там, приводили всякие аргументы, и все, ну, все было как бы бесполезно. Она, знаете, ну, как часто делают такие христиане, она решила как бы Богу поставить условия, но все почему-то смотрят на Гедеона и даже не задумываются, что Гедеон-то нехороший поступок совершил, на самом деле, когда там шерсть раскладывал. Так вот она там помолилась и сказала, вот, Господи, если он мне холодильник подарит, тогда, значит, я выйду за него замуж. И он ей подарил холодильник, и она вышла за него замуж. Жизнь, конечно, разбилась, он стал там алкоголиком и так далее. Но вообще ничего хорошего из нарушения воли Божьей никогда не выйдет. Но мы же любим так богу ставить условия. У Адриана Пласа это все остроумно высмеяно там. Господи, если тебе угодно, чтобы я сегодня пошел проповедовать, пусть ровно в 12.03 ко мне в дверь позвонит карлик, одетый в форму японского пограничника. То есть можно, конечно, поставить Богу такие условия, а потом сказать, ну, Господи, не пришел ко мне карлик в форме японского пограничника, поэтому а, я не буду так делать. И, конечно, не об этом. Руководствуйтесь словом Божьим. Или брат учитель, он учил нас любить свою жену, там мы все ему верили, и он попался на прелюбодеянии с переводчицей. Или другой брат, это уже не из моего личного опыта, это мне знакомый рассказывал еще в советские годы, когда пресвитеров сажали в тюрьмы и расстреливали, он отказался быть пресвитером, потому что двух предыдущих пресвитеров расстреляли. Он сказал, нет, я не хочу быть пресвитером, у меня жена, дети, семья. Ну, и ему пошли навстречу, избрали другого брата. И вот что говорит интересно человек, который мне рассказывал. Он отказался быть пресвитером, хотя явно вот он должен был. Это был самый лучший человек среди нас. Он умер через месяц, хотя был здоров. Просто сердце отказало и все. Вот берег, берег себя и умер. А тот, кого избрали вместо него, прожил долгую жизнь. Не расстреляли его. И... Извлекайте уроки. Очень много вокруг вас э, всегда примеров, как положительных, так и отрицательных. Извлекайте уроки, и вы будете мудрыми. Далее, э, в повседневной жизни, как достигнуть мудрости, Павел говорит: находите время для добра, дорожа временем, потому что дни лукавы. Вот это слово лукавый буквально означает изогнутый, порочный, злой, нечистый. Сатана все время подгоняет нас, он заставляет нас думать о том, что времени нет. И в этом есть парадокс. Раньше в неделю, рабочая неделя. неделя длилось более 60 часов. Люди работали по 12 часов в день и так далее. Сейчас 8-часовой рабочий день, работают 40 часов в неделю, два выходных, и ни у одного человека нет свободного времени. Вся жизнь устроена так, чтобы время экономить. Микроволновые печи, стиральные машинки, автомат, посудомоечные машины, просто автомобили, метро и так далее самолеты. Время мы экономим. Интернет, почта, телефоны мобильные. Все, казалось бы, позволяет нам экономить время, но времени не хватает. Как будто кто-то подстегивает нас. И особенно не хватает нам время для того, чтобы делать добро или читать Библию. Пожилые христиане ужасаются и рассказывают, один пожилой рассказывал, он говорит, вот, ну как было во время пробуждения? вот, евангельского, на юге России. То есть люди жили в деревне. У них не было магазина, где они покупали хлеб. Хлеб нужно было выпекать. Не было водопровода. Воду нужно было натаскать из колодца, корову подоить там, я не знаю. Детей было по 8, по 10 человек. И не было у них памперсов, то есть надо было стирать на них там и так далее. Машинок не было стирально. На речку ходить. И у них находилось время читать Библию. Они читали Писание там, по 4 главы, по 5 глав в день. А у нас сегодня не хватает времени. Как так происходит? Некто сказал, мера мудрости не в том, чтобы отличать добро от зла, а в том, чтобы творить добро и воздерживаться от зла. Дорожите временем, здесь говорит апостол Павел. Человеку вообще свойственно оставлять дела незаконченными. Мы знаем, есть неоконченная симфония, незавершенные картины, наполовину выполненные проекты. Это часто случается, потому что композитор умирает, но чаще э, происходит это от того, что мы банально откладываем. Мечты остаются мечтами, надежды никогда не осуществляются. Для многих христиан жизнь это целая цепь неоконченных симфоний. Это сплошное откладывание, сплошные упущенные возможности. Когда собирается особенно молодежь, мне немного смешно смотреть на это. Вот молодежь там любит петь песни какие-то зажигательные такие. Ну, там, Когда мы вместе, мы сильны. То есть они любят говорить о силе своей, о преданности Господу. Но эти песни так и остаются песнями. Это мне все вообще напоминает такое это выступление культуристов, силовое шоу. То есть мышц много вроде бы, сил много, а э, толку-то особо никакого нет. Хоть бы бревно он притащил какое-то. Ну, видно, что человек красивый, сильный, но плода нет. Так и молодежь собирается, они вроде бы сильные все, но временем не дорожат. И в старости мы все будем терзаться. Я мог бы вот это сделать, но я же не сделал. есть масса положительных примеров, когда люди все-таки делали. Я знаю, вот у меня две знакомые сестры, ну даже три, а вот сейчас еще одну вспомнил. Они жили, ну обычные сестры, вот с которыми ты встречался каждый день в церкви, ну там разговаривал, шутил, там пил чай, Пел эти песни на молодежных слетах. И они сейчас уехали миссионерами. Одна живет в Индии, две в Африке, живут в Эфиопии. Они переводят писание. А это же обычные девчонки. Вот казалось бы, чего им не хватало-то. Мы все же твердим о том, что надо благовествовать. А они взяли и уехали. Я помню, я вышел, когда вот э, раб стал работать в палаточной миссии. Я набрал душепопечителей, я кликнул клич по всей церкви. Это не только же молодежная проблема. Кто хочет работать в миссии душепопечителем? Откликнулись какие-то девчонки 16-летние. И там мальчишка один, по-моему, ему лет 15 было. И я все время думал, что они, кого они попекут. Их самих еще надо попекать. И они стали упреком старшему поколению, которое так и отсиделось в церкви. Потому что они великие служители Божии. Они пошли и сделали. И это всегда будет. Всегда найдутся такие люди, как Есфири, Мордохей сказал. Спасение придет из другого места, если ты промолчишь. Но ты погибнешь, дом отца твоего погибнете. Бог не останется без своего дела, но вы упустите свое время. Поэтому Павел говорит. Дорожите временем. Слово дорожа, греческий глагол экзагорация, оно означает выкупайте, покупайте время. Вы скажете, у нас же оно вроде как бы даром дано нам, но мы его даром прожигаем. А Павел говорит: пусть оно начнет что-то стоить для вас, заплатите чем-то для добра, находите время для добра, то есть не для зла, не для лукавого, а для доброго. Достигайте мудрости в повседневной жизни. Тогда вы будете мудрыми. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте t Но есть и вторая сфера, в которой нам необходимо быть мудрыми. Если первая сфера казалась нашей повседневной жизни, то Павел также советует достигать мудрости и при, выборе, при, при выборе жизненных ориентиров. Достигайте мудрости при выборе жизненных ориентиров. Это вторая сфера которой нам нужно достигать мудрости. И Павел опять же дает несколько практических советов. Берегитесь безумия. 17 стих. И так не будьте нерассудительны. Буквально это слово означает без разума, неистовый, бешеный. По современному мы бы сказали, это безбашенный человек, или человек, у которого сорвало крышу. Вот э -э, здесь фотография разрушений в результате смерти. Это вот как раз такой человек без разума, безбашенный, вот он приносит разрушение в чужую жизнь. Мы уже говорили с вами, обсуждали текст из Иакова, если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Бог даст мудрости, но если вы сами захотите, как Соломон, он возжелал в первую очередь мудрости, как Тимофей, он из детства знал священные писания, и Павел пишет, они могут умудрить тебя, они могут умудрить тебя. Человек неверующий живет без ориентиров. Вернее, у него только один ориентир, он сам. Я живу, ну, потому что мне вот так нравится. И не вдомек ему, что жизнь-то его испорчена. Это как в повести 15-летний капитан, помните? Там был злодей Негора, который разбил один компас, а под другой компас подложил топор. И корабль в результате поплыл не в ту сторону. Человек думает, мое нравственное начало — это мой верный компас. И не вдомек ему, что под этим компасом лежит топор греха. Человек неверующий понимает, только себя, только свои какие-то резоны. Но нужно обратиться к Писанию. Иначе ты потерпишь крах. Берегитесь того состояния, когда будете уповать только на себя. Сатана искривил пути людей до неузнаваемости. Как знаете, дорога из Москвы в Петербург, железная дорога, делает такой изгиб где-то в середине пути и злые языки утверждают что когда царь чертил эту дорогу он положил линейку прочертил карандашом а там палец у него оказался и он палец так вот, значит свой прочертил и никто не осмелился так сказать изменить траекторию наложенную значит самим императором сатана искривил наши пути, и мы почему-то думаем, что нам нужно идти этими путями. Если пойдете, никогда не дойдете, не дойдете до цели. Берегитесь того состояния, когда будете уповать только на себя. Ищите воли Божьей. Дальше в 17 стихе Павел говорит, но познавайте, что есть воля Божия. Я смотрел научные фильмы, наверное, кто-то из вас тоже смотрел фильм «Институт Моуди», там показывают авиакатастрофы, произошедшие от того, что летчики доверялись своим чувствам, не летали по приборам. Потому что вестибулярный, человек, вестибулярный аппарат человека так устроен, что он, очень, ну, он может давать совершенно неверные сведения о положении в пространстве при определенных условиях. Поэтому летчик должен руководствоваться показаниями приборов, особенно если в условиях плохой видимости летит. Так вот, и мы должны искать воли Божьей. Писание нам много об этом говорит. Исполнение воли Божьей приближает вас к Христу. Христос говорил, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Писание говорит, что волю Божью нужно исполнять не на словах, а на деле. Христос рассказывал притчу про двух сыновей. Один из них отказался исполнить волю отца, после раскаялся и пошел. А другой согласился, но так и не пошел никуда. Воля Божья состоит в нашем спасении. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Воля Божья состоит в том, чтобы наша жизнь была безраз... безраздельно принадлежала Богу. Страждущие по воле Божьей да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Воля Божья состоит в том, чтобы побеждать грех. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Исполнение воли Божьей – это признак вашего спасения». И, похоть проход... и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Таким образом, апостол Павел призывает нас быть мудрыми. Лучше изберите мудрость, изберите мудрость и в повседневной жизни, и в выборе своих жизненных ориентиров. Давайте еще раз э, вспомним что говорил здесь Павел, достигайте мудрости в повседневной жизни, тщательно анализируйте свои поступки, сверяйте каждый шаг с Писанием и будете мудрыми. Учитесь на чужих ошибках и достижениях, извлекайте уроки, и тогда будете мудрыми. Находите время для добра, ловите момент, и будете мудрыми. Достигайте мудрости при выборе жизненных ориентиров. Берегитесь этого безумия, ищите воли Божьей. Есть хорошие притчи на этот счет. Воля Божья кому-то может представляться чем-то ужасным. Один рыцарь своему другу предложил, пойдем на гору, где обитает Бог. Я хочу доказать, что все, что он знает, это как задавать нам вопросы, тогда как он ничего не делает, чтобы облегчить наше время. Облегчить наше бремя. Бог жестокий. Бог возлагает бремя на нас и заставляет нас идти за собой и даже не знает, как это тяжело. Ну и друг отвечает, хорошо, я пойду туда, чтобы продемонстрировать тебе, что ты не прав. И они поднялись на гору вечером и уже в полной темноте услышали голос Божий. Нагрузите ваших коней внизу камнями. Вот видишь, сказал рыцарь. После такого восхождения он хочет заставить нас нести тяжкое бремя. Я не подчинюсь. Второй сделал так, как велел голос. Они достигли вершины горы и спустились с нее. И с рассветом, когда первые лучи солнца их осветили, те камни, которые принес набожный рыцарь, оказались чистыми алмазами. И учитель, рассказывавший эту притчу, сказал, Решения Бога загадочны, но они всегда в твою пользу. Повеления Божьи часто непонятны, но они принесут тебе благо. Пожалуйста, будь мудрым. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.